в банке охранником я работал, будь спокоен. По графику сутки через двое, а по ночам в банке особо делать нечего. И опять два часа скучает поначалу я в книге читать, фильмы по телеку смотреть, кроссворды разгадывать. Скукота, хотел уж сваливать. Однажды мне интересно стало, я с детства любопытный, мне мало. Чего это люди здесь в коробках прячут? А когда нас ограбят, они все плачут. Сначала к одной ячейке ключ подобрал, потом к другой. Это было год назад. Ну, говорю уже, скучно было, зато вот сейчас не весело. Совсем уныло. А когда банк ограбят, они все плачут.